Ереван ожидает от Анкары пересмотра ее так называемой агрессивной политики и устранения враждебных действий ради мира в регионе. Об этом, как передает Канал 13, в ходе заседания парламентской комиссии по внешним отношениям заявил глава МИД Армении Араев Азян. Чтобы в нашем регионе действительно установился мир, мы ожидаем, что Турция подвергнет серьезным коренным изменениям свою агрессивную политику в отношении Армении и исключит враждебные действия, сказал он. По словам Айвазяна, с первого дня обретения независимости и до сих пор Армения выступала с различными инициативами в направлении урегулирования отношений с Турцией. Естественно, все мы понимаем, какие перспективы в регионе может создать установление мира. В истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить нормальные отношения, подчеркнул Ара Айвазян.